Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова начинаю влог и хочу вам показать одну посылку, которая мне пришла с AliExpress. Еще сегодня курьер должен привезти вторую, прям вообще обалдеть. Стали доходить посылки, ну, я уже говорила. Вот, так что давайте сейчас вам покажу. Итак, девочки, она пришла мне вот в таком пакете, достаточно таком плотном. Вот такая вот коробочка. Вот, и я себе заказала очки, но я заказала очки для зрения. Я вообще, ну, кто меня давно смотрит, знает, что я еще осенью, ой, точнее весной, хотела себе обновить очки, потому что, ну, как-то все, когда носишь одно и то же, оно приедается, надъедает. У меня были там несколько других, я тоже их показывала. Вот, и стала смотреть различные оправы вначале у нас в магазинах, потом в интернет-магазинах и так далее. Но я лично для себя поняла, что я не хочу дорогую оправу, потому что у меня есть две оправы, которые достаточно дорогие, но, как бы, знаете, ну, надъедает. Хочется просто для разнообразия, мне не важен был бренд и так далее, хотела вот такие кошачьи глазки себе на лето. Я в них хожу уже неделю. И мне очень-очень нравятся, девочки, вообще. Ну, дома я не всегда хожу в очках, да, когда, как говорится, нужно. У меня вдаль я плохо вижу, зрение у меня не сильно большое, не сильно большой, минус 2, но все-таки вдаль или ездить за рулем я всегда езжу в очках или в линзах. Вот, ну, когда там нужно, что там, на пару, не знаю, на часик одеть очки, то я одеваю очки, соответственно. В общем, я стала на AliExpress искать оправу, чтобы потом принести ее в наши салоны оптики и вставить туда линзы. И я наткнулась на одного продавца, который под заказ по вашему рецепту. Девочки, это не реклама, я заказывала все за свои денежки. Который по рецепту, то есть вы продавцу, выбираете оправу, пишите продавцу и отправляете ему, вот я отправила фотографию своего рецепта, да, от врача рецепта на очки, и он там даже сделал мне какие-то уточнения, ему там кое-что было непонятно, вот, и он изготовил, вставил в выбранную мною оправу выбранные мною линзы, то есть, видите, они такие у меня синевые отдают, это антибликовое покрытие, и, то есть, линзы полностью по моему, не то что даже по моему зрению, там же еще важен вот эти диоптрии, да, это называется, вот это расстояние между зрачков, это очень важный момент, вот он делает ровно по вашему рецепту. Отличие от тех диоптрий, которые вот мне вставляли в оправу у нас в России, да, вот у меня в городе, я не нашла вообще никаких. Единственное, что у меня, да, есть одни очки с японскими линзами. Я не знаю, чем они отличаются. Честно, вот я вам честно признаюсь, но ничем не отличаются. Если, конечно, может быть, какие-то проблемы со зрением, астигматизм и тому подобное, наверное, это важно. А когда просто для зрения и не такого сильного большого, я вообще не заметила разницу. Я очень довольна, поэтому хочется поделиться с вами. Оправа сделана очень-очень качественно. Я специально взяла вот такие светленькие, потому что темные оправы у меня есть. У меня есть вот такие типа леопардовые и черная оправа у меня есть. Ну, как не совсем, она черная, такая черная с бордовым. Вот, разные, ну, в общем, есть. И хотела что-то такое, кошачьи глазки, но при этом вот такие вот. В общем, очень мне понравилось. Вот это сделано как такая типа эмаль. Ой, это у меня грязька. Грязька на очках. Вот, такая типа эмаль. И пришло все в коробочке, сами очки в пакетике и еще салфетка. Давайте я их сейчас примерю, вам покажу. Вообще, девочки, вот неделю ношу их. Вот, смотрите. Мне безумно нравится. Вообще обалденно нравится такая форма. Ну, у меня разные. У меня есть и квадратные очки, и такие более узкие. Есть у меня, в общем, такие. А вот эти вот, ну, это такой для меня летний вариант. Ну, хотя не всегда летний, но такой для разнообразия. Очень-очень они мне нравятся. Линзы отличия нет никакого. То есть у меня есть, вот я еще раз повторюсь, у меня есть японские линзы. Я вставляла очки, да, под заказ делала, вот, и вот эти, но вообще ничем не отличаются. Конечно, если, наверное, есть проблемы со зрением, то, наверное, это важно. Я имею в виду какие-то, да, вот астигматизм, там еще что-то такое, наверное, это важно. А так, слушайте, ну, мне очень нравится. Ну, я их долго не ношу, то есть нет такого, что в течение целый день я ношу очки, нет, обычно одеваю,
Для чего-то, но мне очень нравится. Вот неделю ношу, ничего не разболталось, ничего не погнулось. Очень качественная оправа сделана. Слушайте, вообще обалденно. Я вам оставлю ссылку на вот эту оправу. Там есть разные. В общем, перейдете к продавцу, если вам кому-то нужно. Нужно скинуть вот этот рецепт, и он вам изготовит очки под вас. Ну, слушайте, мне вообще очень нравится. Я 100% у этого продавца закажу еще одни очки. Это 100%, потому что вот так вот, что кто делает под заказ, я еще не видела. Вот, таких чисто случайно нашла. Вот, так что нашла, кстати, по отзывам. Просто смотрела оправы всякие разные и увидела отзывы, что одна девушка написала, что вот я скинула, и он мне сделал, там, тра-ля-ля. Можно просто оправу заказать и сделать в салонах оптики сами линзы. Но в салонах оптики тоже китайские линзы продают, так что да. Вот, но мне очень нравится. Класс. Очень симпатичненько на лето под какое-то платьице. Вот такие очечки одевать, мне кажется, вообще бомба. Теперь хочу что-нибудь такое на осень, на зиму такие тоже. Ну, для разнообразия, потому что надъедают одни и те же очки носить. Вот, так что вот так вот. Ну, а у нас сегодня хорошая погода. Ну, как хорошая, что-то тучками все затянуло, хотя 24 градуса. Вроде как немножко потепление пришло, а то до этого было вообще, девочки, у нас в Питере 19-18 градусов, вообще жесть какая-то. Вот. Ну что, опять моя вредная котейка не дает младшему застелить кровать. Ну что ты такой вредный? Что ты обижаешь маленького, а? Вот что ты маленького обижаешь, а? Ну вот как тебе не стыдно? Спит он, видите ли, тут на подушке у него. Вот так вот, кстати, всегда он спит вот так на подушке, а младший у меня вот там в уголочке. Бедный, ютится. Каспер, ну как тебе не стыдно, а? Вот как тебе не стыдно? Бандит. Ты бандит же какой, а? Ну а что ты такой? Надо же кровать застелить, а ты лежишь. Ну что ты? Вон все, подушка в шерсти, да? Ну что это такое? Кто это сделал? Кто это сделал такое? Бандичела какая у меня. Вредный такой что-то вообще. Очень вредный кот, да? И, кстати, девочки, помните, я вам показывала свой укроп? Ой, кошмар. Но все равно срезаю его на зелень немножко. Кое-какой вот такие стрелочки выйду, он тоже нормально пойдет. Вот, и я вот здесь вот в этой грядке посадила еще себе укроп. Вот он вылез маленький. Ну, мне не угомониться с укропом. И еще салатик досадила, только он совсем-совсем у меня маленький. Ну, здесь остатки лука. На зелень я лук. Так что вот этот тут более-менее получше сорт получается. Тут у меня сразу непонятно какой вышел. Может, отсюда хоть немножко пособираю. А то вот это, конечно, да. Это, конечно, укроп еще тот. Кошмар. Еще, девочки, смотрите, какая красота тут у нас распустилась. Вот такие лилии. Очень красивые. Ароматные, вообще классные, смотрите. Это тут просто такая палочка воткнута, привязанная. Смотрите, какая красота. Вообще обалденная. Так много их, да? А это у нас такая елочка. Ну, как елочка, я не помню, как она называется. В общем, такая красивая. Растет тут рядышком с лилиями. Красота. Ну и вот, девочки, приехала наша вторая посылка. Это гамак, который я говорила. Муж хотел сюда повесить. Он такой небольшой. В комплекте идет две подушечки. Вообще он предполагается как просто не лежать в нем, а сидеть. Правда, подушечки маленькие и так плохо набитые, я бы сказала. Муж его повесил. Но для деток, на самом деле, вообще отлично. Они тут и вдвоем помещаются, и по одному катаются. Как кокон такой получается. Ну и просто муж... Идет в комплекте вот такая веревка, вот, и муж сюда привязал, а эти качели снял. И получается у нас под тентом вот такое вот спальное место, я бы назвала это. Привез курьер, вот, ну, сколько, недели три, наверное, все равно мы ждали, вот. Так что получается вот такое тут у нас местечко симпатичное, вот. Очень классно, детям очень понравилось, уже переругались. Из-за этого, вот. Но здоровский гамак, мне понравился. Ну и взрослого выдерживает, я тоже садилась сюда. Муж садился, так что классная. Вот. Классная штучка для детей.
конечно, супер. Вот. Сделано. Вот здесь, правда, кое-где такие нитки торчат. Но ничего. Как бы их опалить можно, чтобы не распускалось. Вот. Но вещь прикольная. Детям очень понравилось. Для деток. Да и на самом деле не только для деток. Сюда как бы одному человеку просто как такие качельки. Ну, как такое сиденье мягенькое. Подушки можно еще что другие. Сюда, в принципе, не страшно. Вот. Потому что так-то они достаточно маленькие. Вот. Но прикольная. Так что такая штука у нас новая. Для мальчишек мы для них, в принципе, и брали вот такое. Класс. Мам, а Рове отправишь? Угу. Мам, дай веревочку вот эту. Классно. Орел. Как кокон. И еще с вот такой веревочкой. И еще, девочки, я обещала вам показать, как мы коптим рыбу, но, к сожалению, я ее забыла заснять. Вот хочу показать, как мы коптим грудинку, да, свиную. Вот такая вот конструкция у моего мужа. Он сделал сам все это. Внутри вот такая металлическая, я не знаю, что это такое, как это назвать, вот под крышечкой, да, и как раз там. И коптится у нас и рыба, и грудинка там, ну, в общем, все, что мы коптим, да. Такая, как целая печка, что ли, на улице. Топит муж ее, ну, дровами, соответственно. И вот такая вот вкуснятина, просто обалденная у нас получается. На самом деле, очень вкусно в холодном виде ее есть. В горячем, ну, как-то вот, не знаю, мы не особо любим. Обычно муж коптит, она остывает, и получается как такое... как просто обалденно, не знаю, вместо колбаски даже. Муж у меня всегда добавляет специи и в рыбу, и в мясо. Специи разные, он для мяса берет. Ну, в общем, в основном перец он добавляет. Черный, красный, там разные, скажем так. Вот. Но он любит, когда много специй, соответственно, так и делает. Получается безумно вкусно. Шкурку мы не отрезаем, чтобы на ней все это держалось. Отрезаем уже ее тогда, когда едим, скажем так. Но получается очень вкусно, в принципе, копченая рыба примерно то же самое. Вот, так что вот такое вот у нас обалденное блюдо готовит мой муж. Он у нас ответственный за копчение. Получается очень вкусно. Сейчас у нас уже вечер. Вот, сижу тут на качельках, так хорошо что-то вообще. Ветра нет в коем веке. Ну, у нас, конечно, и тепла нет, и солнышка нет. Вот. Так что я в теплой кофте, как вы видите, да, и да, о погоде. Не знаю, сейчас градусов, наверное, 18, может быть, 19. Ну, хорошо. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч.